Приветствую вас, уважаемые гости моего канала. Предлагаю вашему вниманию обзор всей замечательной вещи, которая называется пистолет ТТ образца 1933 года, стреляющий холостыми патронами, или сокращенно СХП. Что есть СХП? Это образец огнестрельного оружия, в конструкцию которого были внесены некоторые изменения, допускающие стрельбу из него только лишь холостыми патронами, ничем иным. Условно я делю СХП на две группы. Первая — это охолощенные действующие образцы. И вторая — это восстановленные из деактивированных макетов. Именно этот пистолет был восстановлен из деактивированного макета. Об этом свидетельствует штамп ММГ. Вот здесь на щечке рукоятки. Для стрельбы используются стандартные 7,62 на 25 холостые патроны. Небольшая история этого пистолета такова, что выпущен он был без малого 75 лет назад, в далеком 1940 году. Об этом свидетельствует штамп года выпуска вот здесь на затворной раме и вот здесь на рамке пистолета. Неясно, по какой причине. Может быть, пистолет выработал свой ресурс, а может быть, в нем был найден какой-то дефект. Но в 1951 году Министерство обороны решило деактивировать его и сделать из него макет массогабаритный. Об этом говорит штамп Министерства обороны. Вот здесь. И год 51. Ну, а также тот же штамп ММГ, который мы уже видели. Достаточно долгое время наверняка он находился в состоянии макета, до тех пор, пока уже в современности какому-нибудь умельцу не пришло в голову восстановить его до состояния стрельбы холостыми патронами. Что, собственно, с успехом было произведено. Что было сделано? Была полностью восстановлена подающая личина затвора, вот здесь внутри, и восстановлен стволик пистолета, в которой внутрь были установлены несколько штифтов. Вот здесь около дульного среза и примерно вот здесь второй, сразу за патронником. Функционал пистолета в остальном сохранился. То есть это остался тот же старый добрый ТТ с ударно-спусковым механизмом одинарного действия с предварительным взводом и без самовзвода. А также здесь так и не появился предохранитель, присутствует только предохранительный взвод. Разборка производится все так же штатно. Для того, чтобы разобрать пистолет, нужно в первую очередь убедиться, что он безопасен. В магазине и в патроннике нет патронов. Вот. После этого нужно освободить пружину затворной задержки. Это очень удобно делать в магазине, потому что зачастую она очень тугая. Затворная задержка выдавливается с этой стороны и вынимается вот с этой. После этого затвор можно полностью снимать. Но только нужно придерживать возвратную пружину. Может вылететь в неизвестном направлении. Затем освободить, собственно, возвратную пружину. И вытащить ее. После этого можно снимать шайбу. Вот таким поворотным движением вот до сюда. Полностью вынимается. После этого вынимается стволик. Ну, для полного счастья можно еще вытащить ударно-спусковой механизм. Он здесь практически никак не крепится, просто вытаскивается движением вверх. Только время от времени немножко заедает. Собственно, разборка пистолета уже осуществлена. Сборка осуществляется в обратном порядке. На этом я прощаюсь с вами и до встречи в следующих видео.